Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Голодные драконы». Открыть. Ну-ка посмотрим, что нам здесь достанется. И... так, обычный питомец Гердрук. Съеденные драконы дополнительно восстанавливают 30% здоровья. Во как. Слушай, наверное, надо его брать с собой, мне кажется, да? Нифига себе, Скелли. Обалденный дракон. Такой скелет. Так, ну что, друзья мои, нам нужно сегодня набить вот эту всю шкалу для того, чтобы получить вот этого нового дракона. Вывести. Так, ну что, вроде бы у нас с тобой все взято, питомцы взяты, поэтому давай-ка мы попробуем. Съесть драконов, 4 миллиона, ага. Прям я так и съел их. Ну что, друзья мои, еда плюс 10%, еще плюс 10% и здоровье плюс 10%. Отлично. Так, давай с тобой сейчас будем тут набирать, как говорится, энергию, опыт, и, соответственно, наши драконы будут расти. Поехали. Так, тихо, тихо, тихо. Давно не играл уже и забыл, что здесь вообще у нас будет. Так, мы в тот раз с тобой, по-моему, попадали в новую локацию. Надо бы вспомнить, где она у нас вообще находится. Так, мы можем пауков есть. Орлов. Ну, мины воздушные мы с тобой пока кушать не можем. Так, привидений, как я понимаю, тоже пока мы есть не можем. Да и фиг с ними. Так, это мы ломаем. Перец. Тихо-тихо, дай-ка я вот эту вот девчулю съем, крестьянку. И поднимемся с тобой повыше. Опять здесь, да, стрелок стоит. Все у нас хорошо. Так, куда мы с тобой летим, фиг его знает. Ты куда в меня стреляешь, а? Паршивец этакий. Воронье тут летает. Огненная лихорадка. Вот это я обожаю, вот это по мне. Ух. Всех на жаркое пущу. Ё-моё, это что за... Не понял, иди сюда. Так, я его захомячил, по-моему, да? Вроде бы как съел. Еще один такой же. Блин, они, ребята, от меня почему-то убегают. Раньше они на меня нападали, а сейчас смотри-ка. Что это такое летает золотое, а? Блин, я не могу схватить. Съел. Так, тут и лошади, ё-моё, в яблочко. Все здесь захомячу, абсолютно все. Подожди-ка, я тут пропустил кое-что. Где? Вот, золотая овца. Так, у нас тут в клетке чувак был. Мы его тоже съели. Ага. Это я все захомячу, обязательно. Ну что, я могу сказать, пока неплохо. Монетка. А что монетка нам дает? Причем она здесь не одна. Все серьезно, X2. Угу. Ладно, летим. Что это у нас тут? За горшочек такой был золотой. Ну, мы его съели. Наш дракон настолько голодный, что он ест все, что не приколочено. Даже золотых драконов. А находимся мы с тобой в лесу троллей. Ох ты! Катапульты уже тут, ты посмотри-ка. Я даже катапульту сел, представляешь? Лошадками не прочь, как говорится, перекусить. Так, ладно. Тут все мы с тобой разрушили, что могли. Дай-ка я вот это вот воронье тут посъедаю все. Правильно, захомячили. Мои питомцы мне помогают. Ох ты, еще тут один с катапультой. Так, большой паук. Ха-ха, они захотели от меня убежать, но не тут-то было. Ё-моё, что я тут вытворяю? Ты видел? Куда это я, ребят, попал? А вот, по-моему, мы с собой в новую локацию попадаем, да? Если не ошибаюсь, это лес троллей, и там будут гиганты у нас ходить. Хотя я могу ошибиться. Именно здесь меня в тот раз съел какой-то неизвестный для меня дракон. Очень большой, гигантский. Я почему-то не смог. Ой! Ого, это что такое, ребят? Ты видел, какой там был гигантский робот? Робот-голем, я бы так сказал, наверное, его, да?
Так, кто там наверху? А, показалось. Я думал, что там кто-то летает. Вот, вот, ребята, вот он, этот дракон, по-моему. Нафиг, нафиг, сматываемся от него. Мне проблемы не нужны. Я вот лучше маленьких этих перекушу. Так, а это что у нас за гадость такая летает, ты видел? Что это такое? Ух ты, воздушный поток. Монеты. Монеты, пожалуй, я лучше соберу. Давай-ка. Замечательно. Так, а что у нас интересно? Так, горшочек. Что у нас внизу? Непонятно. Пока вроде бы все тихо и спокойно. Рыцарь! Ничего себе. Какой был здоровый, ты видел? Ну, по сравнению со мной он сосунок. Открыта область. Какая загадочная. Но здесь я явно не был. Это 100%. Для меня это что-то новенькое. Ух. Что я вытворяю, ты посмотри. Всех посжигал. Так, а туда мне пройти нельзя. И сюда нельзя. Что? Сломать вот... А я не могу. Сломать противовес. Подожди, а где он? А где противовес, друзья? Ну, почему я не могу туда пройти, а? Где же этот противовес? Странно. Сломайте, говорят, противовес. Чтобы вам пройти... Может быть, вот это вот? Нужна еда, говорят. Так, подожди-ка. Захомячим, да, отлично. Мы перекусили с тобой. Опять рыцарь этот гигантский, ребят. Мы его съели. Так, это мы дальше с тобой идем, да? Но ведь я здесь был. Именно здесь нужно было ломать противовес, который почему-то... Куда ты захотел бежать? Блин, ну а как тут-то быть? Больше я никаких противовесов здесь не вижу. Единственное, что может быть он где-то вот здесь внизу. Голод, друзья мои, голод. Вот он, скорее всего, да. Так, это получается замкнутый круг. Зашибись. Все, ребят, с голодухи сейчас отдуплюсь. Риск здоровью, к сожалению. Ну что, оживаем. Ожили. Так, ладно, давай посмотрим, что у нас тогда здесь внизу. Я видел дракона, вот он. Так, рыцарь. Мы его захомячили. Тут какие-то барсуки бегают. Ну, дракон, ты будешь лететь или нет? Вниз? Воу-воу-воу. А это что еще за... Обглодали, кого обглодали? Ты прикинь, они тут курорт себе устроили, людишки эти. Плавают себе спокойненько здесь, ага. Так, там внизу видел, были крокодилы. Огненная лихорадка. Шикандос. Опа! Я так и не понял, я сжег того дракона синего или нет? Ой, елки-палки, как-то даже непонятно было, если честно. Ну, я тут все захомячу у них. Вот он! Вот, друзья мои, уходим. Ух, а кто же меня, а? Ё-моё, вот это он бомбит. Это вот этот дракон меня съел, наверное. Тихо, уходим. Он просто от меня не отцепится никак. Еще один такой же, блин. Надо отсюда, наверное, уходить. Так, это яд, это опасно. Так, нас дальше куда-то с тобой. Смотри-ка. И что, интересно, тут у нас будет? Катапульта, катапульта! Сломали мы ее, отлично. А здесь 100% я не был. Да что ты там застрял-то? Меня вот это раздражает, когда он начинает где-то застревать. На пустом причем месте. Тут противовесов нету? Да, скорее всего, есть где-то. Мне туда неохота вылетать, потому что я знаю, что он дракон. К
который меня может нахлобучить. Поэтому мне, наверное, надо все-таки куда-то сюда лететь. Вот здесь я не могу пройти. Хотя такое ощущение, что можно было бы там пролететь. Нифига себе, мина. Ёлки-палки. Вот и добегались. Чувак там сматывается. Да, друзья мои, давайте посмотрим, сколько мы с вами набрали опыта. Новый рекорд. Отлично. Так, получить на 1180 больше. Давай. Так, бонус 509. Особые предметы. И я ни одного сундука не нашел. Замечательно. Так. Блин, трындец. Пока мы с тобой получим это достижение. Так, что-то у нас новый костюм. Ну, ничего себе, доктор Дракенштейн. Ну, это отсылочка на доктора Франкенштейна, как я могу понимать. Ну что, давай тогда сделаем еще с тобой залет. Кстати, ты заметь, мы с тобой очень долго летали и получили не так уж, в принципе, и много. Скелли. Конечно, хотелось бы получить этого Скелли, но... Так, а это у нас будет, по идее, следующий, да? Повысить уровень предыдущего до максимума. Уровень вот у нас это, ребята. Как только прокачаем, у нас будет открыт новый дракон. Поэтому сегодня я, наверное, все-таки постараюсь сделать так, чтобы мы дошли до нового дракона. Но, соответственно, здесь нужно будет очень много летать. Великий бог Жаба создал самых первых драконов. Это вот это, что ли? Великий бог Жаба. Сомневаюсь. Это, по-моему, какой-то другой дракон. Слушай, вот смотри, мы с тобой пролетели вот в ту сторону, да? До упора. Ну, до упора это так, образно сказано. А что будет, если я полечу вот в эту сторону? По-моему, мы как-то летели с тобой, да, и доходили до определенного тупика. А дальше мы ничего сделать не могли. Ведь так? А, там у нас территория гномов. Троллей, точнее, да? Там территория троллей и... Куда это у нас? Воу-воу-воу. Ничего себе, я тут крутой такой пике сделал. Ну, смотри, как гоблин космонавты. Миссия выполнена. Какая миссия? Что я сделал? Особого я ничего здесь не сделал. Просто летал и хавал все, что я видел. Так, погоди, кто это по мне сейчас бомбил? Ага, это мелкие гоблины, вот они. Они за это поплатятся. Так, мины. Так, хорош там уже буянить. Блин, зачем надо было на мину-то, а, напарываться? Вот зачем? У меня такое ощущение, что вот этих пауков, которых мы с тобой съедаем, от них толку никакого нету. Ничего от них не растет у нас. Ни энергия, ничегошеньки. Так, это ведьма там, что ли, или... Нет, это заяц. Летающие кролики. Маленькие драконы. Так, это я ломаю. С полтычка. Так, главное не напороться нам с тобой на мину воздушную. Их тут... О! Да чтоб тебе! А может быть, я неуязвим, когда я пылаю огнем? Ага, нужен дракон Элька. Ты понял? Я в ту сторону не смогу попасть, потому что у меня слишком слабенький дракончик. Нужна Элька. Ну что же, это хорошо. Мы с тобой будем копить на этого дракона. Так, ведьма, иди сюда. Где она тут летает? Вот она. Захомячили мы ее. Иди, я тебе говорю, сюда. Летает она мне там. Так, здесь хаваем всех. Абсолютно всех хаваем. Так, погоди-ка. Ведьма. Замечательно. Так, давай посмотрим, что у нас тут дальше. Опа, захомячили. Как она в доме-то убежать успела, а? Ну-ка, давай. Вместе, правильно, вместе с коровой. Точнее, там даже не корова, там, по-моему, лошадь была. Так, гроза птичек. Да я бы сказал, не только гроза птичек. Я гроза тут вообще всех. Так, ладно, пойдем поднимемся. Оп, мелкий дракончик. Мы его захавали, еще один. Не надо на мины только лететь, пожалуйста. Ой. Я понял, понял. Мне бы сейчас бы лихорадочку. Ох, как бы... Вот она. Где он? Иди сюда, великан. Ага.
Обожаю, когда вот так вот все происходит. Блин, через этих привидений лучше нам не летать. Потому что они отнимают у меня здоровье, а я им сделать ничего не могу в ответ. Кто-то тут хихикает. Ты слышал? В этом злобном лесу кто-то хихикал. А мы тут что, с тобой были уже? Опа. Так, а это что у нас? Мне кажется, объедки вот эти лучше не есть, потому что они, наверное, да. Они отнимают у меня здоровье. Ломаем. Еще один перец. Давай посмотрим, что у нас тут внизу. Так, а вот это я могу сломать? Че, ледяные блоки можно только во время ледяной и огненной лихорадки растопить? Вот так новости. Слушай, по идее, нам как-то можно еще и под водой плавать. Ну-ка, если, например, вот так вот. Где-то у нас... Так, а здесь что-то знакомое, ребята, водопад. Блин, вот... Огненная лихорадка есть, а... То, что я должен поджечь, к сожалению, нету. Еще одна. Такой лихорадкой я могу вообще всех сжигать. Смотри, и драконов. Все, кто только не попадался, ребята, мы... Мы сжигали с тобой. Дай твою налево, ну зачем так? Да я вижу, что нужна еда. Иди сюда. Ай-яй-яй, ребят, не успел его схавать. Резаемся. Ожили, ну иди сюда. Вот он и долетал. Ё, кулыманы. Да-да-да-да-да, вам не повезло, ребята. Пришла гроза людишек. И птичек, и кроликов. И, конечно же, маленьких овечек. Иди сюда, малыш. Так, я вижу тут черненький. Так, мы его тоже с великим удовольствием захомячили. Так, мины. Так, этого тоже надо слопать. О, их тут два. Прицепился к хвосту, где он? Вот так вот, перекусили мы им. Я вижу еще тут один. Да-да-да-да-да. Лучник, ты косой. Мы тебя подбили. Корова, что ты тут прохлаждаешься мне? Так, огненная лихорадка. Блин, еще много до этой лихорадки. В яблочко. В грушечку, ё-моё, а не в яблочко. Так. Черный дракон. Как они тут появляются? Я же их вроде бы всех поуничтожал. Так, ну-ка. Захомячили? Захомячили мы с тобой. А как вот этого? Все, я сломал клетку. Естественно, мы его съели. Так, идем наверх. Угу, понял. Тут красные призраки. Там показывают, там типа впереди ждет лес. Да ты, господи, ты развернись. Так, а эти раздуваются, да? Типа хотят защититься. Ух. Жарим. И великана заодно, правильно? А нечего бродить. Так, привидения не трогаем. Так, это мы с тобой, грубо говоря, сейчас идем приблизительно к тому месту, где меня нахлобучили, верно? Это что такое? Это, ребята, золотой великан. Так, вот этот, который летает, он что там носит? Монетку просто с собой носит, да? Дракончик, ты где? Иди сюда. Я хочу тебя схавать. Где он? Вот он. Да ведь должен же я его... Трындец. Сейчас, ребята, мы... Риск здоровью. Да ё-моё. Ожили. Ой, вот он. Уходим. Да ядрён матрён. Их тут... Слушай, эта территория, по-моему, для меня противопоказана.
Как я понимаю, я приплыл сюда, точнее прилетел, да, и здесь. Но на самом деле очень жесткие драконы. В разы сильнее, чем я, может быть, нам как-то это можно. Так. Есть, золотая лихорадка, ну-ка, где они тут? Где эти драконы? Вон он. Ну ты серьезно, что ли, блин? Ну, я ничего даже сделать ему не смог, представляешь? Так, а это мы с тобой в плане. Мы только сейчас отправляемся в новую территорию, в новую локацию. Ладно, хорошо. Нет, мне надо брать уже действительно крупного дракона, потому что оно этот уже не справляется. Новое достижение получил. Каннибал, прикинь. Ой. Уходим. Хаваем, хаваем, хаваем. Всех, кого видим, всех съедаем. Так, рыцарь. Подбили. Прямо по спине моему. Так, подожди, тут, по-моему, я очень много чего попропускал. Здесь, кстати, внизу тоже у нас. Ну, мины, блин. Да что ты? Там пираньи. Сидит он тут, плавает, прохлаждается, представляешь? Слушай, друзья мои, а на самом деле внизу пираньи. И не только пираньи, еще и крокодил. Аллигаторы, да, как вы сказали? Аллигаторы это. Я не знаю, стоило ли мне туда плыть, но я знаю, что мне еда кончается. Иди сюда. Опа. Так, может быть, нам его захомячить? Съел же, да? Пробьем? Пробьем. Так, ну это у нас противовесы. Те самые противовесы, которые мы должны с тобой ломать для того, чтобы эти ворота открывались. Внизу где-то тоже должен быть противовес, я ведь помню. Огненная лихорадка, грубо говоря, блин, у меня пройдет впустую, да? Почему? Потому что некого было жарить. Иди сюда, аллигатор. Я его съел. Ха-ха-ха. Захотел чего? Иди сюда, я тебе сказал. Так, а у меня... Почему здоровье-то так быстро? Эй! Ой-ой-ой-ой! Уходим! Догнал! Маразматик! Ну все, я им отомщу. Я им рано или поздно отомщу, ребята. Это трэш просто-напросто. Взял гаденыша, догнал меня. Это дракон Элочка. Ну, Элочка, я имею в виду. Элька, категория. Новый рекорд. Так, у нас с тобой денежка копится, и я хочу приумножить. Особые предметы. Так, выполненное. Пролететь 390 метров. Спасибо. 21 очко у нас набрано. Блин, ну тут дофига надо собирать. И совсем, ребята, совсем капельку осталось нам для того, чтобы получить факел хейт. Так что, я думаю, надо сделать еще одну, как говорится, вылазку. Да я понял, понял. Ну что, вперед? Вот он, да, будет этот хейт. А нас съедали вот эти драконы. То есть для того, чтобы мне с ними драться. Слушай, а мне надо будет еще что, получить 50 гемов? Да ну, 50 гемов я не смогу насобирать. На самом-то деле. С ними очень тяжело. Если в акулах можно бы хотя бы эти монетки найти, да, гемы, то здесь нет. Здесь ты их фиг найдешь. Ух ты, яйцо, прикинь. Вот так вот просто лежит. Прямо на виду. И буква H. Кстати, у нас же карта есть. Показать бонусные локации. Бесплатно. Ну что, давай посмотрим. И где открытая ежедневная карта? Теперь доступны бонусные локации. Я не вижу никаких бонусных локаций. Ты видишь их где-нибудь? Так, я вижу букву G вот здесь вот внизу. Попробуем ее подобрать. Где она? Подожди, ну где-то вот здесь должна быть. Мина.
Вот она. Допустим. Так, давай посмотрим дальше по карте. Так, я вижу здесь сундук, и тут буква R. Окей, погнали. Так, лошадь схавали. Этого схавали. Так, лучников всех этих тоже едим. А значит, где-то вот здесь у нас, да? Так, а вот сундук, друзья мои, получили. Так, подожди секунду, блин. Так, Эр у нас где-то... Ладно, сейчас мы здесь потратим вот это все. Все. Теперь пойдем за буквой. Буква должна быть где-то... Секунду. Так, она пониже. Вот она где, оказывается, прячется от меня. Допустим. Так, давай смотреть дальше. Здесь у нас ничего нету. Ого. Так, погоди, а куда же мне тогда? Вижу еще один сундук, друзья мои. Значит, мы с тобой поднимаемся и идем наверх. Здесь поднялись. Это мы, естественно, с тобой захаваем. Лучники. А где это растение? Вот оно, это растение. Вот вдоль него мы с тобой должны будем подняться наверх. Ой, великан. А вот, ребята, и гемы пошли. Это со свиньи. Ага, где этот великаша? Готов? Маленький Ванюшкин. Гоблины. Куда же вы, роднульки? Так, стоп. Сундук-то вон там находится. Так, привидение, отвалите от меня. Где-то здесь. Ага, вот и сундук. Еще один. Давай дальше смотреть. Вижу следующий сундук, если мы с тобой будем лететь чисто прямо. Поехали. Тогда я перекушу малька. То есть это на территории, получается, гоблинов, да, этот сундук? Да что такое-то? Я не могу понять, кто там бомбит. Было бы прикольно, если бы я мог бы, например, их домики сжигать, да, огнем. Было бы довольно прикольно. Вот он, кто кидает в меня бомбочки. Так, секундочку, можно мне глянуть? По-моему, я не туда лечу. А нет, все правильно. Сундук у нас находится вот здесь, вот он. Блин, и в мину прям впендрюкался. Нужен дракон Л. То есть ты понимаешь, да, что туда меня не впустят. Ни за какие ковришки. Дракон, иди сюда. Ты мне нужен. Это я смогу сломать? Я сломал. Подожди секунду, давай еще глянем. Ну, здесь ничего нету. Здесь просто монеты, которые... Что мы с тобой вот собираем монеты? И что они нам дают? А? Всех ведьм, все... Блин, быстро закончилось. Погибаю. Так, давай смотреть дальше. Буква У, и сундук, кстати, здесь. Ха. Хорошо, что я далеко не улетел. Так. Твою дивизию, вот он сундук, ребят. И где-то здесь буква Л. Ой, Л, У, конечно же, У. Взяли, давай смотреть дальше. Секунду. Тут еще какие-то подземные ходы. Если честно, я больше ничего не вижу. Сундуков я точно не вижу.
А где же буквы? Так, а где же буквы-то, а? Нашел, друзья мои, буква Y. Она находится где-то в лесу. Мне чертовски далеко лететь, но я попытаюсь. Эй, великан, уйди от меня. Все-таки он по мне попал, да? Тогда хаваем. Хаваем. Здесь захаваем тоже всех. Почему ведьма за мной ходится? Она мне что-то делает, да? Да ядрен матрен. Ну зачем ты ешь вот эту гадость? По-моему, я в круговую просто-напросто пролетел. Ага. Давай жарить. А в воде он ничего не делает, к сожалению. Так, секунду. Давай-ка здесь посмотрим внимательно. Значит, мы с тобой поднимаемся здесь и летим к правой стене. Слетали, блин, а? Так, пока он там отвлекся, этот дракон, мы с тобой... Ну, быстрее! Где карта? Карта, карта мне нужна. Ага, все правильно. Вот здесь мы с тобой аккуратненько пролетаем. И уже вот отсюда идем... Вот сюда. Да куда ты лезешь-то, эй? Хлыщ. Стоп. Так, где же? А, ну да. Нам нужно здесь пробить стенку. Вот здесь пробиваем. И... Грустит крестешка, бедолашка. Стоп, что-то я... Что, я заблудился, что ли? Да куда ты мне... Вон она. Где-то вот здесь. Взял. Ё-моё, там видел, кто за мной... Да... Да отвалите от меня. Я не успел чуть-чуть, а? Ну-ка. В плане, подожди. Разве так должно было быть? Слушай, а вот эта вот новая карта, которую мы сейчас с тобой откроем, она относится сюда же или нет? Относится. И у нас буква N прямо над нами. Сейчас я ее возьму. Так, что нам там нужно? Все. Хангри. Ого. А что так быстро-то? Ты смотри. Ребят, что я не... Закончилось, да? Я немножко даже сам в шоке был от того, что мы с тобой здесь сейчас сделали. Просто один укус от этого говнюка, ребята, и мы погибли. Так, ну давай надеяться, что мы с тобой все-таки прокачали нашего дракона и теперь получим нового. Так, ну что, новый рекорд. Здесь не поспоришь, 394 тысячи. Так. И получить больше. Окей, 24 тысячи у нас общих количеств денег. Вау. Замечательно. Ты посмотри, сколько мы тут нахапали с тобой. Набранные очки 13 всего лишь, да, 13, а нужно 2 миллиона. Молодцы, красавцы. Ну, да, друзья мои, максимальный уровень. Открыт дракон, вот он. И это М-ка. Что?
Для того, чтобы получить, мне нужно 88 тысяч. Ну вы издеваетесь, что ли? Не хватает монет. Мне не только монет не хватает, у меня и гемов. А я-то думал, что мы сейчас с тобой получим нового дракона. Нет, друзья мои. Ну что же, тогда давайте мы, наверное, с вами закончим на этом серию. И я постараюсь за кадром набить 88 тысяч. Я, правда, не знаю, как это сделать. Но в следующей серии, я надеюсь, мы уже будем с тобой играть Факелом и Хайдом. А на этом все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.